Язык! В натуре. Вот, перед тремя информами поменяю. Сейчас. Так. Че? На французский надо перейти. Володя попросил. Подождите. Какой план DFX? Что я сделал? А что я сделал? Я удалил FIFA? Серьезно? Не, серьезно? Чего, блядь? Где тут кнопка, блядь? Чего я сделал? Вы гоните? Я серьезно это сделал? Бля! Язык! В натуре. Вот, перед тремя информами поменяю. Сейчас. Как? Зачем, блядь? Он удалился за 3 секунды. Володя попросил информацию. Даже чат не сразу дуплил. Да, блядь. Я не понимаю, я сейчас смотрел клип, я прям уверенно шел к своей цели, блядь. Абсолютно любую хорошую карточку. Но было бы очень эпично, если бы не выпало как раз бы Пеле. Меня, кстати, нормально слышно на фоне музыки? Так это еще и пить невозможно. Понимаете, смотрите, читерство. Блять, и вылил, сука! Вот так и знал, блять! Вот начал пить, нихуя не выливалось! Блять, поднял! Блять, вот просто Максим. Все, дети. А так, 2 года максималка. Ебать! Ебать! Сука, блядь. Вот козлина. Друг мой, который попался, блядь. Я тебя люблю. Вот тварь. Поздравляю, Серега. Карточка, кстати, очень неплохо подходит к стулу. Блядь. Сука, блядь. Месси Азимов выпал, блядь. Роналдо пробивает. Да. Есть. Неужели Тико Плющев сейчас будет херачить? Нет. Ебаться, сраться. Вот это отстой сейчас залетел мне. Это жесть. Да свисти ты уже. Это что за на... Это что за... Это что за... Что за... Это от сколько года, ребят? Ахуй... Ахуй... Что сейчас вообще произошло? Я что-то не понял. Ребят, подождите, это сон? Это сон? 10 лямов. Это... Я так просрал 10 лямов. Так, из-за которого мы мучились вот это вот столько времени. Блин, ну это прекрасно, серьезно, это круто. Ну хоть и... О! Иди, мама! Что? Я крикнул! Что? Иди, что? Что? Я крикнул, сейчас вас случайно нажал, блин. Как такое возможно? Я даже не посмотрел, как он вышел из пака, блин. Иди, это первый день! Это просто... Подожди! Пиздец! Я легенду поймал, блядь! Я легенду поймал! FIFA 17, блядь, первый день!
Ебать, я просто даже вот, у меня джойстик с рук упал из-за того, что как-то эта карточка высветилась и случайно нажалась. Ну, ладно, давайте попробуем. Туда. Робин, с первого касается, бом! Нихрена себе, голищик, это прям бомба! Охренеть, этот мужчина сбивал с первого касания! А, Шали! Надеюсь, что у меня эти матчи записываются, а то мало ли, всяко может быть. Охренеть, это нечто. Смотрите, как наконец-то я разыграл главой, как я и хотел. Я всегда об этом мечтал. И просто в 9 с первого касания. Вот вам, Робин. Вот он. 700 сколько тысяч? 700, 800 тысяч. Просто пау, 9! Ух, еще и слету. Обалдеть. Вот этот гол заслуживает 3 повторов. Бля, сразу же стип нахуй. Быстро, быстро, чтобы успеть еще один. Все в моих руках. Все. Ты что, дурак? Тихо. А что я с ними совсем сделал? Стоп. Подожди, мы что сделали? Подожди. Ты что, дурак? Не земная любовь! 89 уже. Хорош? Хорош! No. Хорош! No! Блядь! Можно запас. Ой, как это смешно. Хорош. Слушай, ну это более чем достойно против супер нахуй задрота. Четыре пять! Да! Есть шанс! 23 минуты осталось! Так, ты не хочешь никого заменить? Подумай. Нет, у нас самое лучшее. Все, окей. Серега, тебе нечего терять, все. Да я понимаю, что мне нечего терять. Дай сюда мяч, педрило. Вот Родригес нормально. Блядь. Хорош. Нахуй! Жизнь, блядь! Как его зовут? Суарес! Так, тихо. Какой навес, блядь, шикарный. Блядь, он охуительный просто. Поехали. Yes, блядь, да! Чувак! Это было круто, сука! 0-3! Как, сука, 0-3 вытащить? За ваше здоровье. Волкаут, сука! Смотрим! Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Димари, Месси? Хайпанем немножечко.